so simple. Holla la di o Michele, holla la di o, holla la di o, holla la di o mo, minit holla la di o mo, meni. Holla la di o, holla la di o, holla la di o, Керосиновых игр. 55-й год их проведения. Впервые они были проведены в 1958 году. Мы поддерживаем эту традицию. Она уже немножко расползлась. И на Красном озере приключается иногда. Ну-ка, в Красу. Какие-то керосиновые игры. Да, это не настоящие. Только в Токсове настоящие керосиновые игры. Продолжение древней традиции. И по древней традиции мы должны сейчас произнести керосиновую клятву перед тем, как мы будем зажжем трассу и сняем так. Даешь клятву! Даем! Нам всем гора дарит здоровье, жить в мире, в дружбе и с любовью. Клянемся! А что врагам и бедам выжить, и никогда не бросить лыжи? Клянемся! Клянемся! Чтобы лентяям стыдно было на старт прийти, собрав все силы. Клянемся! На трассе резво бить копытом, бороться честно и открыто. Клянемся! Наш праздник длится до рассвета, не уклоняться от банкета. Клянемся! Пускай кончается сезон, но будет не последним он. Клянемся! 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 Так, все, построение закончено. Теперь торжественное зажигание трассы. Где факельщик? Was kostet den Ding, oder du, wie du so wirst, bei dein Herz soll hast geschenkt.
Aber die Jüngers hast du den Ding, du, ob just bei dein Herzl hat geschehen. Und glaub, ich hab die gern, hättest wohl mein Weibel wär. Aber nein, da wär ich ewig nix drauf, mit unserer Liebschaft ist aus. Aber nein, da wär ich ewig nix drauf, mit unserer Liebschaft ist aus. Aber Dindl, was kannst denn jetzt anfangen? Du hast einen kleinen Turm und keinen Mond. Aber Dindl, was kannst denn jetzt anfangen? Du hast einen kleinen Turm und keinen Mond. Was ich jetzt anfangen tu, singe bis in der Früh. Aber heitschi, bom, peitschi, mein Turm, da gibt uns kein Mensch was dazu. Heitschi, bom, peitschi, mein Pulver, da gibt uns kein Mensch was dazu. Неси мне палку. Марш! Давай, неси мне палку. Неси мне палку. Она вот и... Все зубы поцарапала. Проткнул или повесил? Да немножко лапы повредилось, как я говорю. Да может нет, он его нет, на судьёшься, ничего себе. Ну да. Ну они бы, чё их волнуют. Она так была заболевана. Yeah.
даже не похоже. Папа, а сколько попыток? Да, нормально. Я выдал. А кто? Приготовься налево уходить. Не тянем время, проходим, взрослые. Надо докладывать, чтобы мы шутили бы мы. Thank you.
что? А что я делаю тут? Сладкий приз.
А как это? Заняла третье место, а медаль за второе. Не путайся. За третье, конечно, но судя ошибки. Родители немного не доплатили, поэтому так. Первое место среди мальчиков занял... А, поделили. Кузнецов Сергей и... Харалдов Александр. Подходим оба. Налезет, 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 одевай. Пожалуйста. Где Александр? Налезет или налезет, я не понял. Они получают медаль за первое место и сладкие фрукты. Александр! Ура! У нас опять два вторых места даже почему-то. Поделили Евстафьев Тимофей второе место и Гурьянов Евгений. И третье место. Нагерняк Дмитрий и Леонов Константин. Заело, сейчас, подожди. Уберите вы его оттуда, к чертовой матери! Уберите этого мужчину! Так, кого по горке едет? Гурьянов Полина получает медаль участника соревнований и шоколадку. Выходи, Полиночка. Кузнецов Андрей тоже получает медаль участника соревнований. Капустин Михаил получает медаль участника соревнований и шоколад. Oh, Lord, you're ready, Lord, you're ready.